Налоги соберут раньше. В этом году крайний срок уплаты начислений в пользу государства перенесли на один месяц, до 1 октября. Поэтому у челнинцев осталось ровно две недели, чтобы избежать начисления пени. Речь идет о налогах на имущество физических лиц за 2014 год. Как обстоят дела у налогоплательщиков Автограда, нам прокомментировали сегодня в инспекции. К сожалению, несмотря на проводимую разъяснительную работу, налогоплательщики в этом вопросе активность на сегодняшний день не проявляют. На сегодняшний день поступило лишь 196 миллионов, это 32% от начисленной суммы. Успеют ли те, кто еще не отдал дань казни, сделать это вовремя, во многом зависит от информированности людей. Способов узнать о предметах и суммах начисления существует достаточно. Письменное уведомление можно получить в почтовом отделении по месту жительства, а в электронном виде оно доступно на официальном сайте ФНС. Кроме того, за консультацией можно обратиться к работникам налоговой. Налоговая инспекция проводит традиционную информационную акцию «Дни открытых дверей». 18 сентября она будет проводиться с 8 до 20 часов в здании налоговой службы, 19 сентября с 10 до 15 часов.